Город для некоторых гламурный, стимулирующий, процветающий. Только недавно он стал опасным. Кажется, я кое-что нашла. За последние две недели были задушены три женщины. Вы работаете в отделе «Стиль жизни». Вы не освещаете убийства. Я думаю, что эти убийства связаны. Еще одна женщина была задушена. Только что позвонили по телефону. Я убиваю продолжение. У вас нет истории. Сколько женщин должно умереть, прежде чем это станет историей? Они только что подтвердили номер 4. Полиция Джин Куо молчит. Никогда не видела, чтобы они так молчали о чем-то. А мне все равно, один убийца или четверо. Мы поймаем того, кто это сделал. У вас есть какие-нибудь подозреваемые? Руки на стену. Он у нас в руках. И мы просто позволили ему уйти. Все сходится с ним. Его история, ход преступлений, все. Вы знаете, со сколькими людьми я провалился в кроличью нору? Это дело каждый раз заводит в тупик. Как вы думаете, что вы там найдете? Когда это прекратится, Лоретта? Мне нужно, чтобы вы позвонили и попросили об одолжении. Будьте быстры. Я не хочу, чтобы меня уволили сегодня вечером. Любой юрист, стоящий 10 центов, разобрал бы это на части. Вы действительно хотите использовать эту бумагу, чтобы разрушить полицейское управление? Если бы кто-то другой так сильно все испортил, мы бы давным-давно поместили это на первую полосу. Мне нужно, чтобы вы записали адрес. Если я не перезвоню через час, передайте его полиции. Там не один сумасшедший, и из-за вас нас обоих убьют. Ваш безопасный маленький мирок — это просто иллюзия.